Приветствую вас на канале Бисероплетение. В этом мастер-классе мы с вами сплетем очень классное, яркое и нарядное ожерелье из бисера, кабошона и рондалей. Если вам оно уже понравилось, то давайте приступим к нашему мастер-классу. Нам понадобится чешский бисер номер 10, золотой, черный и бирюзовый. Нить для бисероплетения диаметром 0,1 мм, я беру белого цвета. Оплетенный кабошон бисером с обеих сторон. Мастер-класс на него вы найдете внизу под видео в описании. И также я оставлю в конце видео в живых окошках ссылочку. Цепочка, карабин, соединительное кольцо и иголка. Номер такого бисера 16358, если кому-нибудь понадобится. И на камеру он чуть-чуть темнее, а на самом деле он чуть-чуть светлее. Отрезаем 1,5 метра нити, на нить набираем иголочку. На иголочку набираем 10 бисеринок и опускаем их по нити практически до самого конца. Теперь проходим с другой стороны, со стороны маленького кусочка нити, мы проходим по всем этим бисеринкам. Теперь делаем несколько узелков, закрепляем нашу нить. Обрезаем маленький кусочек ниточки, поджигаем оставшийся кончик. Проходим иголкой по следующим бисеринкам и затягиваем узелок в эти бисеринки. К этому колечку мы потом присоединим замочек или цепочку. Далее нам понадобится черный и бирюзовый бисер. Делаем такой набор. Бирюзовая, черная, бирюзовая бисеринка, черная бисеринка. Бирюзовая бисеринка, черная бисеринка. Вот таким образом мы набираем нить из 150 бисеринок. 150 бисеринок это где-то приблизительно 23 сантиметра, если вы будете использовать бисер номер 10. Ну, смотрите сами, сколько вам нужно набрать для объема вашей шеи. Мы сейчас с вами будем делать половину колье, а потом мы сделаем по такому же принципу вторую половину колье. Вот для половины колье 23 сантиметра мне понадобится 150 бисеринок. Ну а вы смотрите сами. Если вам нужно будет длиннее, то наберите больше бисеринок. Набрала я 151 бисеринку. Нужно, чтобы в конце у нас получилась бирюзовая бисеринка. Поэтому я набрала 151 бисеринку. Немножко мы вот этот бисер распределяем таким образом, чтобы он не сильно плотно прижимался друг к другу. Пропускаем вот эту первую бирюзовую бисеринку, проходим иголочкой во вторую черную бисеринку. Даже, наверное, не во вторую, а в третью. Вот таким образом. Вот так. Вот это мы плетение пропустим, мы потом его в конце доделаем, потому что нам нужно как бы развернуться в другую сторону идти. И нужно вот этот, вот эти две бисеринки нам нужно пропустить. Видите, у нас ниточка свободная, бисеринки свободные. Так и должно быть. Набираем на иголочку 1, 2, 3, 4 бирюзовые и одну золотую бисеринку. Опускаем их к нашему плетению. Золотую бисеринку мы пропускаем, проходим через 4 бирюзовые. Мы делаем такие типа небольшие веточки, что ли. Подвигаем остальные бисеринки, проходим через черную и бирюзовую вот этой нити, которую мы набирали. Набираем 1, 2, 3, 4 и золотую бисеринку. То есть у нас до конца плетения будет вот такой набор. 4 бирюзовая и 1 золотая. Пропускаем золотую и проходим по 4 бирюзовым. Вот так. Подтягиваем эти бисеринки. Проходим далее. Черная, бирюзовая. Это по основной нити.
Делаем наш набор. 4 бирюзовые и 1 золотая. Золотую пропускаем и проходим по бирюзовым бисеринкам. Можно сразу же уже выводить иголочку в следующую черную и бирюзовую бисеринку этого нашего плетения. Просто хорошо подтягиваем тогда ниточку. Видите, вот такое у нас плетение получается. Вот это наша основная нить, там где у нас чередуется черная и бирюзовая бисеринка. А мы делаем между черной и бирюзовой бисеринкой вот такие типа небольшие веточки. Но я их буду называть веточками, мне просто так удобней. Вот. Далее снова набираем бирюзовые и золотую. Опускаем их. Проходим через 4 бирюзовые и сразу же через 2 последующие бисеринки нашего основного плетения. Видите, вот здесь у нас небольшое расстояние, там где мы делаем веточки. И вот это расстояние, вот оно, да? Вот мы его оставили, чтобы сильно-сильно плотно не прижимались бисеринки друг к другу. В общем, ребят, я думаю, вам в принципе плетение понятно. Делаем вот такие выступления по всей длине нашей ниточки. Как вы видите, у нас получается вот такая веточка. Непонятная, конечно, ну потом далее я вам покажу, что с ней сделать. В конце, как вы видите, у нас осталось еще несколько непроплетенных бисеринок. Нитка выходит из бирюзовой бисерины. Мы набираем наш набор. 4 бирюзовые и 1 золотая бисеринка. Подвигаем все к нашему плетению. Бисеринку золотую пропускаем, в бирюзовые входим. И по следующим 2 бисеринкам. Снова делаем набор. Пропускаем золотую, входим по 4 и еще по 2 бисеринкам. Снова набор. Пропускаем золотую, входим по 4, проходим в черную и в бирюзовую бисеринку. Это уже будет наш последний набор. Вот такая у нас мишура получилась. Что-то вроде того. Мне похоже, она, знаете, на что? На веточку из елочки. Такая она пышная, интересная. Далее мы проходим по вот этому кружочку из бисеринок, то есть по нашей петельке. И снова как бы мы возвращаемся вот эту первую веточку, которую мы сделали. Видите, мы проходим по последнему кругу и входим в эти 4 бирюзовые бисеринки. В золотую мы не входим. Видите, наши веточки, они в разные стороны смотрят. Нам нужно их сделать, чтобы они у нас были с одной стороны и были соединены. Мы проходим иголочкой во вторую веточку, в четвертую бисеринку бирюзовую, только снизу вверх. Раз, и притянулись веточки друг к другу. Как бы мы их будем вот таким образом соединять. Далее, следующая веточка. Снова мы проходим в четвертую бисеринку снизу вверх. Вот так. Плетение будет всегда немножко запутываться, потому что здесь много всяких веточек, поэтому не спешите. Вот видите, у нас уже третья притянулась друг к другу. Теперь видите, вот это следующая, нижняя, мы ее переворачиваем в то направление, куда нам нужно, и проходим четвертую бирюзовую бисеринку снизу вверх, вот таким образом. Все, притянулось, видите? И вот такое у нас плетение далее получается. Я думаю, принцип плетения вам понятен. Далее мы собираем вот эту веточку, чтобы у нас вот эти все
ветви были с одной стороны. Вот такое плетение у нас получается. В конце я сейчас вам еще покажу, как плетется это плетение, как соединяются эти веточки. Проходим в четвертую снизу вверх. Подтягиваем. Следующую проходим, четвертую снизу вверх. Последнюю берем и проходим четвертую снизу вверх. Вот такое у нас плетение получается. Далее мы проходим в золотую бисеринку. Пропускаем ее и проходим по четырем бирюзовым бисеринкам. Как бы возвращаемся обратно. Помните, я здесь говорила, что нам нужно будет здесь доделать. Вот доделать, это значит здесь сделать вот такую веточку. Набираем тоже количество бисеринок. Пропускаем золотую, входим по четырем. И сразу же входим опять в две бисеринки. Теперь вот эту последнюю нам нужно тоже соединить. Поэтому мы проходим в 4 бирюзовые бисеринки. И теперь снова в последнюю проходим четвертую бирюзовую бисеринку. Вот таким образом. Эта последняя веточка присоединилась к остальным. Теперь мы проходим в золотую и как бы возвращаемся по этим четырем бисеринкам. Далее мы проходим в черную бисеринку. И вот такое плетение у нас с вами получилось. Очень красивое. Если вы не хотите делать слишком сложное плетение, из такого плетения можно сделать тоже колье. Далее я буду использовать спиннер для быстрого набора бирюзового бисера, потому что нам понадобится его сейчас очень много. Также нам понадобится черный и золотой бисер. Вот наша ниточка выходит из черной бисеринки. Делаем посерединке такой набор. Смотрите, у нас есть два конца. На одном конце у нас петелька, это будет окончание нашего колье. Туда мы присоединим замочек или цепочку. А здесь у нас получается середина нашего колье. Вот к середине мы набираем 48 бисерин бирюзовых, одну черную и одну золотую. Пропускаем золотую бисеринку и проходим по всем остальным бисеринкам, а их здесь 50. До самого верха. Вот, дошли до самого конца. Проходим сразу же в бисеринку бирюзовую и в следующую черную бисеринку. У нас должна выходить ниточка все время из черной бисеринки. Все, у нас получилась вот такая кисть. Следующую кисть набираем на одну бирюзовую бисеринку меньше. Здесь мы набирали 48 бисерин, а здесь мы набираем 47 бисерин. Снова пропускаем золотую бисеринку, проходим через все остальные последующие бисеринки. Проходим по последним бисеринкам и входим в следующую бирюзовую и черную бисеринку вот этого основного плетения. Кисть сильно подтягивать не нужно, она должна быть свободная. Снова набираем кисть и на одну бисеринку бирюзовую мы уменьшаем. То есть первая кисть у нас была 48 бирюзовых, это кисть. Вторая у нас 47 бисерин, а это 46 бисерин бирюзовых. Проходим точно таким же образом, снизу вверх, по всем бисеринкам.
Все, далее, ребят, мы делаем точно таким же образом, уменьшаем по одной бисеринке по всей длине нашего ожерелья. Уменьшали по одной бисеринке до самого конца, пока у нас не осталось 5 бирюзовых бисеринок. Вот, когда у нас осталось 5 бирюзовых бисеринок, 1 черная и 1 золотая, такое количество мы плетем до конца нашего ожерелья. Больше уменьшать не надо, это будет задняя часть, и ее практически не будет видно. Когда мы сделали последнюю ниточку, 5 бирюзовых бисеринок, 1 черная и 1 золотая, выводим нить обратно, проводим нить через первый ряд, ну и через вот эту периодичность, которую мы набирали, черная, бирюзовая, вот, мы ведем эту ниточку до самого конца нашего ожерелья. В конце у нас выходит ниточка из бирюзовой бисеринки, и как вы видите, как будто здесь одной кисточки не хватает. Мы набираем 49 бирюзовых бисеринок, одну черную и одну золотую. Золотую пропускаем. И проходим через весь этот набор. Для того, чтобы кисть свисала ровно, нам нужно пройти с левой стороны в эту последнюю бирюзовую бисеринку. И вот таким образом мы завершаем плетение этой части. Точно по такому же принципу плетения мы делаем идентичную такую же часть. То есть у нас колье будет состоять из двух частей. То, что я вам только что показала, мы дублируем и делаем еще один раз. Теперь одну сторону мы кладем с левой стороны. Вторую сторону мы переворачиваем. И кладем вот так с правой стороны. И как вы видите, у нас вот таким образом получается вот такое красивезное колье. В принципе, оно уже и так очень красиво смотрится, но мне хочется сделать его еще более оригинальным. Поэтому я буду использовать вот такой обшитый кабошон. Кабошон у меня полностью обшит бисером. Был предыдущий мастер-класс, где я обшивала кабошон бисером. Если вы не знаете, как это сделать, я вам оставлю ссылочку в конце видео в живых окошках. Также оставлю ссылочку под видео в описании. И сейчас вот здесь посерединке мы будем добавлять вот этот кабошон, вот этот элемент, и будем также к нему приделывать кисти. Теперь нам надо соединить эти две части. Вот смотрите, ниточка выходит у меня из последней бисеринки этой половинки. Теперь я прохожу в такую же бисеринку, только другой половинки. Притягиваем эту ниточку, чтобы как бы эти две части у нас немножко соединились между собой. Проходим в следующую бисеринку. Подтягиваем все хорошо, чтобы две эти части у нас соединялись. Теперь смотрите, мы сейчас работаем с вот этими выступающими частями, которые мы делали. Мы проходим вот так. Видите, между собой соединились бисеринки. Теперь мы проходим в правую часть, в третью бисеринку. Скрепляем как бы две половинки. Затем возвращаемся в вот эту бисеринку. Соединив две половинки вместе, видите, практически ниточек даже и не видно. Теперь нам нужно где-то расположить кабошон. Ну, где-то вот так, мне кажется. Вот таким образом, чтобы скрыть вот эти ниточки, вот здесь посерединке, мы его вот таким образом и расположим. Вот здесь между бисеринок мы сделаем узелок, для того, чтобы наша нить не попустилась и вот этот шов наш не разошелся. Проходим далее по бисеринкам. Прошли далее по бисеринкам и спрятали узелок. Теперь берем наш кабошон,
прикладываем его ровно посерединке и начинаем пришивать. Проходим в бисеринку кабошона, затем возвращаемся в какую-то бисеринку нашего ожерелья. И вот таким образом мы его пришиваем. Хорошо присоединив кабошон к основной части плетения, далее мы выводим нить в нижнюю часть кабошона, вот сюда. И теперь мы будем делать точно такие же кисти, как мы и делали. Набираем такое количество бисеринок на эту ниточку, чтобы оно практически совпадало. Видите, оно совпадает по количеству с вот этой ниточкой, которая находится под этой нитью. Снова пропускаем бисеринку и проходим по всем остальным бисеринам. Делаем такие же нити, только присоединяем их к кабошону. Вот, проходим до конца и затягиваем ниточку. Теперь мы делаем точно такие же кисти с уменьшением. Вот здесь с левой стороны где-то, наверное, до чуть больше, чем половины кабошона. Вот так уменьшаем, 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 делаем сюда. Затем с этой стороны делаем такую же по длине кисть и снова уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем и где-то до отсюда. И вот таким образом обшиваем кабошон тоже вот такими кистями. В общем, сделала я вот здесь вот эти кисти на кабошоне. Вот таким образом у меня они получились. Вот так. Здесь вот сверху у меня получилось очень неаккуратно и видны нитки. Поэтому я решила немножко это все дело скрыть. Взяла приблизительно по цвету маленькие рондели. И решила дополнительно еще пройтись вот здесь по боку нашего кабошона вот такими рондалями. Они приблизительно по цвету подходят к нашему ожерелью. Сейчас я вам покажу, как я буду проходить рондалями. Вот здесь у меня как раз рондель один встает между бисеринками. Поэтому я просто прохожу вот таким образом последовательно. И хорошенько-хорошенько прижимаю эти рондели к бисеринкам. И, кстати, я здесь использую леску, чтобы не было, в общем, сильно видно нить. Потому что нить все-таки она непрозрачная. И в некоторых местах ее очень сильно видно. Поэтому именно на кабошоне я использую леску. И вот таким образом я прохожу по всему периметру нашего кабошона. Когда я сделала полный круг, леска у меня выходит из бисеринки. И далее мы проходим в рондели, которые мы добавляли. И далее между ронделями я хочу поставить бисер. Бисер номер 10 не подходит, я беру бисер номер 12. И точно таким же образом снова по кругу мы доставляем по бисеринке между ронделями. Оплела кабошон. И вот такая красота у нас с вами получилась. Вот здесь сверху я немножко этот кабошон к вот этим бисеринкам я пришила, потому что, чтобы не было видно никаких ниточек. Ну, как-нибудь, в общем, сделайте подобным образом. Нам осталось присоединить замочек. Берем соединительное колечко, набираем сюда замочек, берем нашу петельку, закрываем соединительное кольцо. А с другой стороны мы присоединяем цепочку. И вот такие замочки у нас с вами получились. Хочу вам сделать несколько подсказок, чтобы у вас все получилось с первого раза. Потому что у меня некоторые были нюансы, и поэтому с первого раза у меня не получилось. Я, например, вот здесь еще проходила дополнительно ниточкой, чтобы вот эти верхние бисеринки очень хорошо притянулись друг к другу. Вот.
Вы изначально очень хорошо вот здесь затягиваете, чтобы бисеринки плотно прижимались друг к дружке. Вот эти кисти сильно не затягивайте. Очень хорошо ведите подсчет. То есть с каждой бисеринкой одной мы уменьшаем. То есть обязательно нужно, чтобы две стороны были одинаковыми. Также и вот здесь с кабошоном. Если вы будете сюда пришивать тоже кисти к нему, то обязательно смотрите, чтобы у вас тоже получились здесь две одинаковые кисти, а потом по чуть-чуть они уменьшались, и чтобы они были ровной длины. Потому что если будет несимметрично, у меня было несимметрично немножко, поэтому я переделывала, и получилось намного лучше, чем первый раз, потому что здесь получилось много бисеринок, а с этой стороны у меня получилось мало бисеринок, и очень некрасиво оно смотрелось. Они немножко, конечно, вот так прячутся иногда, эти кисти, которые мы пришивали к кабошону, но все равно выглядит очень, я думаю, неплохо. Очень классно оно смотрится на тебе. Кисти очень красиво свисают, но смотрите, довольно-таки долго я его делала, потому что каждую кисть нужно отмерить, посчитать каждую бисеринку. То есть это довольно-таки трудно и довольно-таки долго. Поэтому обязательно набирайтесь терпения. Вот этого основного цвета бисера мне, бирюзового, понадобилось около 50 грамм. Ну, где-то 45, вот так 40. Где-то так. Ну, то есть много. Если вам понравился этот мастер-класс и он был вам полезен, обязательно под видео поставьте лайк. Я очень старалась, я его делала около 3 дней. Поэтому я думаю, я заслуживаю на лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Я желаю вам удачи, терпения, отличного настроения. Включайте себе музыку и делайте такой прекрасный МК. Все. Всем пока-пока.